построили здесь дорогу, осадили деревьями с обеих сторон, и получился такой вот тенистый променад. И этот тенистый променад настолько хорош в жаркое время по сравнению с другими дорогами, что напоминал райские поля, поля Элизиума, Шамп-Элизей. Обратите внимание, у нас слева, справа, дорогие магазины, офисы. Ну, даже Макдональдс сюда как-то смог тоже вписаться. Но, тем не менее, очень